Когда мы кого-то наставляем, исправляем, нужно не забывать о его хороших качествах. То есть, если мы, наш работник, продавщица в магазине, к примеру, ну, что-то не так сделала, не нужно сразу вычеркивать из списка товарищей и приятелей этого человека. Все, мол, ты мне не друг, ты мне не брат. Нет, дорогие братья. Нужно исправить его, нужно наставить, но при этом не забывать о его хороших качествах. Представьте картину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делает хутба, все внимательно слушают, и видит пророк, что опоздавший сахаб проходит через все ряды, толкая всех, садится прямо напротив посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мол, я хочу его слушать, как говорится, да, онлайн, как можно ближе к нему, сел и слушает, ну, навредив, потревожив всех этих людей. И что говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Задак Аллаху хирсан. Пусть Всевышний Аллах прибавит твое стремление. Ведь какое было у него стремление? Почему он пришел ближе? Он же сильно хотел пророка послушать. Ну, хорошее дело. И посланник Аллах говорит, да прибавит Аллах твое стремление. Валя тауд. Ну, так больше не делай. Сначала похвалил его, что ты сделал очень, ты молодец, ты проявил усердие, пришел ближе, но так больше не делай.